Господи, спаси ее, сына мой. Господи, Господи, Господи. Прекрасный ангел на твоем плече сидел легко, изящно, как на троне. Плясали пламя с ветром на свече. Тень слизывала буквы на шевроне. А ты стоял печальный целый час в пустом, звенящем тишиною храме. Делили скорбь с тобой иконостас и дым, рожденный в сладком фимиаме. Молим Тебя, преблагий Господи, помяни во царстве Твоем православных воинов на брани убиенных и приими их в небесный чертог Твой, яко мучеников изъязвленных, обогренных Своей кровью, яко пострадавших за святую Церковь Твою и за Отечество. Еже благословил еси, яко достояние Твое. Про ангела не знал ты, он не в счет. Взлетел он вдруг, задев крылом распятие. Встречая твой в горах погибший взвод, раскрыв всем душам теплые объятия. Все встали дружно за твоей спиной, светились лица истинным восторгом. Миг встречи им дарован был земной, а следствие беседы с мудрым Богом. Вернулся ангел на твое плечо, свеча слезой застыла восковою. Ты продолжал молиться горячо, не ведая про тех, кто за спиною. Молим Тебя, приими у подшедших к Тебе воинов, сонму воев небесных сил. Приими их милостью Твоею, яко павших во брани за независимость земли русские от иго неверных, яко защищавших от врагов веру православную, защищавших Отечество в тяжкие годины от иноплеменных.